До начала турнира считанные минуты. Юные футболисты разминаются перед ответственным матчем. В прошлом году команда «Пилигрим» заняла первое место на городских соревнованиях. Отдавать победу соперникам не хотят и в этот раз. Мы должны стараться, чтобы обыграть всех. Конечно, для этого нужно будет приложить большие усилия. Мы должны будем очень стараться, играть сложно и не волноваться. Мы положимся на все 100. Хотя бы мы хотели занять первое место, и думаю, у нас это получится. В финале городского турнира «Кожаный мяч» встретились 27 команд в трех возрастных группах. Они уже прошли отборочные туры в районах. Теперь предстоит доказать свое лидерство на городском уровне. Роль футбола в жизни каждого мальчишки и девчонки, да, я как футболист считаю, что очень важна. И поэтому, конечно, не все будут звездами футбола, но популяризация и в преддверии чемпионата мира 2018, который состоится в городе Самара в том числе, да, это очень значимое мероприятие, поэтому пожелаем удачи нашим спортсменам юным. Лучшие команды по итогам финальных игр отправятся представлять Самару на областном этапе турнира «Кожаный мяч». Лариса Шалафаст, Константин Головин, события.